Я напомню, накануне в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал 87,5% голосов. Явка составила почти 80%. Напомню, это первые выборы после референдума об изменении Конституции Узбекистана. Согласно им, срок президентских полномочий увеличен с 5 до 7 лет. И вот нынешний глава государства получит возможность переизбраться еще дважды. Впервые Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года после смерти Ислама Каримова, возглавлявшего страну, напомню, с 1989 года. Пару лет назад Мирзиёев победил на выборах с результатом 80% голосов.